национальная сборная команда Кыргызской Республики. Сегодня Юлдашев Расултек, Узбекистан. Мастер спорта международного класса национальной сборной команды Кыргызской Республики Бекжигит Улу Өмүрбек. 2000 года рождения, боксом занимается 6 лет. Тренируется Өмүрбек под руководством заслуженного мастера спорта Кыргызской Республики Талая Кыдыралиева, Акназара Кенжибаева и заслуженного тренера Кыргызской Республики и Республики Казахстан Тёк Лил Васильевича. Thank you.
синяя глава Хайкмаса сборной международного класса Джасур Юлдашев, Узбекистан. 2003 года рождения боксом занимается 9 лет. Чемпион Азии Ю-22 в городе Ташкент, Республики Узбекистан, 2022 года. Тренируется под руководством Тукина, Киличева и тренера Тишбаева. Далее к соревнованиям готовит Руслан Тишбаев. Для награждения приготовится боксер весовой категории 75 килограмм. Это боец, он считал, что я поддерживаю желание быть дикитулом.